Эксперты подсчитали, что салат оливье в этот Новый год обойдется на треть дороже, чем в прошлый. Однако ингредиенты традиционного новогоднего блюда дорожали неравномерно. Составители отчета отталкивались от рецепта оливье с курицей. Мы же поборники более традиционного варианта с говядиной. Но сути дела это не меняет, поскольку эти два вида мяса прибавили в цене примерно поровну. Мы уже говорили, что говядина подорожала на 110 рублей, то есть как раз на 30%. А вот майонез, без которого резать овощи в салат просто бессмысленно, держится практически на уровнях прошлого года. Причина высокой конкуренции на рынке, а также в том, что цена составляющих майонеза была в основном стабильной до середины этого месяца. К примеру, куриные яйца, которые неожиданно подорожали год назад до 70 рублей за десяток, в начале 2014-го снова опустились примерно до 53 рублей. И с тех пор не меняются в своей стоимости. Недорогое растительное масло тоже прибавило лишь 10%. Его можно приобрести по 46 рублей за 1 литр. Именно из этих двух ингредиентов и готовится майонез, который, как выясняется, рост в цене втрое медленнее, чем остальные продукты из нашей продуктовой корзины. Сейчас упаковку весом в 900 грамм можно купить за 40 рублей, всего лишь на 5 рублей дороже, чем в прошлый Новый год. Но вот жалко только, что сам по себе майонез бесполезен, а мясо или сельдь, в сочетании с которыми мы привыкли его есть, продолжают дорожать день ото дня.